В Башкортостане несколько участков федеральной трассы Уфа-Оренбург закрыли для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Причина – неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, метель, плохая видимость, сообщили в управлении автодорог Приуралье. Запрет действует на отрезке от поселка Дубки до Стерлитамака, а также от Мелеуза до Новомурапталова. Кроме того, в республике ввели ограничения движения еще на 12 участках дорог регионального и местного значения, сообщили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. Для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств на 8 трассах, а на 4 дорогах прекращение движения для всех видов автотранспортных средств. Это направление Верхний Сарабиль, Кувандык, Юлдабаева, Акьяр-Сара, Сибай-Акьяр, Магнитогорск, Ира. Напомню, сегодня утром частично ограничили движение грузового и пассажирского транспорта в Архангельском и Белорецком районах. Запрет будет действовать на дороге Уфа-Инзер-Белорецк ориентировочно до 9 часов вечера. По данным МЧС, сегодня днем сохранится облачная погода с прояснениями. В южных районах республики прогнозируется сильный снег, гололед, местами метель, снежные заносы на дорогах. Температура воздуха от 0 до минус 5 градусов.